мы начинаем первую игру весенней серии игр нашего элитарного клуба. Да, о высокой философии говорить, а может быть там наоборот о каком-нибудь там, совершенно таком обыденном земном и мирском. Здесь тебе сейчас может человек понравится, в следующем ответе может не понравиться, а потом еще там через ответ или через какой-то он тебя откроет. Но в целом, конечно, очень хороший обмен произошел. Очень интересно, как это вырывает немножко из этой повседневности, в которой мы находимся, многие. Все люди разные. И эта игра, мне кажется, в том числе и учит любить разных людей с их недостатками. И с достоинством.